Здравствуйте, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И вновь у нас в гостях, правда, впервые в этом 2023 году, начальник по работе с молодежью администрации городского округа Люберцы Борис Борисович Новиков. Здравствуйте, Борис Борисович. Здравствуйте. Ну, мы продолжаем, наверное, весь январь еще поздравлять всех с наступившим Новым годом. И маленький сразу же вопрос. Каким вам, с точки зрения молодежной вот сферы, запомнится год 2022 в городском округе Люберцы? Ну, такие краткие итоги. Он был насыщенный, но за этот год мы еще более убедились, что у нас есть отзывчивая, хорошая, добрая молодежь, которая с удовольствием откликается на наши просьбы, вопросы, а также от чистого сердца помогает нашим люберчанам и нашему населению. То есть нет вот этого, что, знаете, отцы и дети, вот мы были такие хорошие, а вы у нас такие. То есть нормальные люди. Замечательные, нормальные люди. С позиции, люди. Да, с отношением. Да, да. Вот. То есть с точки зрения руководителя можно сегодня сделать вывод, что если правильно поставить, кстати, работу с молодежью, то можно добиться больших успехов. И им хорошо, и делу общему хорошо. Тем более, что, скажем так, вызовов в прошлом году было много, но и новый 2023 год, он тоже будет наполнен и праздничными мероприятиями, безусловно, и всевозможными событийными. Никто, как говорится, не отменял основных наших дат, которые всегда, да, молодежь, да, в этом участвует. Но есть обыденная жизнь, и есть те моменты, где активно работают студенты. Ну, и я так понимаю, что вот праздники новогодние, они и праздники, и в этот момент мы вспоминаем тех людей, которым сейчас сложно по разным причинам. Вот как эти праздники прошли для молодежи городского округа? Да, были продолжительные у нас праздничные дни, но такая работа, прежде всего волонтерская, она тоже не останавливалась у нас. Это, то есть это постоянно действующий постоянно механизм? Постоянно проходили поздравления детей и семей мобилизованных граждан. То есть выходили мы там... Которым сейчас сложнее. Снегурочка, всех. Дед Мороз. То есть это и силами нашей молодежи и волонтеров. Это праздники во дворах. Даже так? Даже просто для нашего населения. Это тоже у нас непосредственно совместная работа с нашим депутатским корпусом. Потому что они знают свои точки, где у них активное население, избиратели их, где они готовы не только, допустим, выйти на помощь, а и для них такой вот подарить праздник. Праздничное настроение. Праздник во двор, мы так его называем. Ага. Праздник в каждый двор, вот так. То есть такой сюрприз был для населения. Это была тема. Естественно, мы не забывали наших и беженцев, которые есть, и даже нам... удалось съездить в Тверскую область, где существует, работает центр для беженцев, и мы туда привезли целое представление для детей этой категории. Такая вот работа. Естественно, работа по... она не останавливается. Просто вот такие вот, как мы говорим, помощь на дому, да, то есть звонки продолжались. Пожелаем, а иногда они просто, опять же, может, мы уже обсуждали, но опять же, просто людям хотелось поговорить, чтобы их поздравили с Новым годом, пожелали, и они в ответ Это такое время, в котором, как ни странно, новогоднее, да, вот рождественское, построждественское, это всегда такая атмосфера и праздника, и каких-то мыслей. Кому-то может быть грустно, кому-то хочется немножко... Вот, лампочки для чего существуют? Вот они горят, лампочки, у тебя как бы вроде увеличивается эта ситуация. Но вернемся еще к гуманитарным вопросам. Опять же, год был сложный, но благодаря еще, если можно так сказать, пандемийному периоду, вот у нас, по-моему, выработалась система волонтеров, добровольцев, ребят, которые, я так понимаю, подрастают и пополняют ряды. И вообще гуманитарная составляющая, я знаю, что у нас гуманитарная помощь даже собирается. Как это работает сейчас? У нас эта тема продолжается, сбора гуманитарной помощи. Естественно, у нас открыто в городском округе Люберцы несколько пунктов. Основное это у нас в Доме офицеров в культурном центре. И хочу отметить, что как бы, ну, у нас население оно неравнодушное, и продолжался у нас так сбор помощи и до Нового года, до декабря, и даже приходили люди на выходных к нам. И результат, конечно, себя не заставил ждать. Буквально вот совсем недавно мы на централизованный пункт в подмосковную Балашиху отвезли тонну груза. Вот уже в этом новом году целую тонну груза. Это
понятно, и продукты питания. То есть люди приносят, да? Да, приносят люди и термобелье, и шерстяные носки, и своеобразные коврики, то есть то, что и необходимо, подходит, да, и нашим военным, и беженцам, то есть такой значительный вклад вот в новом году. Я благодарен неравнодушным жителям, нашим предпринимателям, кто принимает это участие, депутатам, потому что в новом году такой достаточно вроде год только начался, и вот мы целый вот с тонной груза гуманитарного мы отправили на помощь нашим друзьям, нашим россиянам. Во второй части мы, естественно, поговорим о планах на будущее, потому что молодежная политика – это такой отдельный пласт большой работы, в котором заинтересованы все, потому что, как бы это пафосно, как говорят, у нас не звучало, да, молодежь – наше будущее, и от того, как мы правильно построим эту работу, будут зависеть очень многие вопросы, от бытовых до каких-то вплоть государственных. Вот у меня сейчас такой вопрос, как быстро вообще молодые люди сейчас перестраиваются по ходу вот праздника, работа. Хочется же, наверное, тоже что-то отметить, а потом ты должен, наверное, дежурить как волонтер где-то. Какой-то график работы существует? Кто-то руководит работой этих ребят-добровольцев? Конечно. Мы уже вот как раз, когда была отправка гуманитарной помощи, сразу же ребята пришли, откликнулись. Это, ну, непростая работа, это еще все отсортировать, спаковать, ну, да, надо по, да, наименованиям. Пришли, мы все сделали. Сейчас вот праздник Крещения, соответственно, волонтеры выходят помогать, будут дежурить, будут дежурить у раздевалок, будут на раздаче там всяких чай, пряники. Ну, это далее традиционная, то есть поддержка, то есть уже, которую... Уже мы знаем, да, все, они уже знают, все, мы готовы, мы выходим. Все, то есть несмотря там... А как вообще составляется план, вот сейчас, если мы говорим о добровольцах, да, об этой, как бы, об этом направлении работы, потому что, опять же, есть моно, наверное, направление, это помощь конкретным людям, семьям, куда уже квартирный, скажем так, да, подход. Да. А есть, наверное, какая-то командная история, вот сбор там гуманитарной помощи или какие-то другие, я не знаю, там акции, если можно так назвать. Вот кто это все планирует? Есть какой-то у нас есть штаб? Штаб, понятно, у нас есть, да, обязательно. У нас именно вот этот центр работает. Естественно, мы смотрим областную повестку, какая у них по волонтерству, по добровольчеству идет. Темы, которые они, допустим, нам накидывают, говорят, ребят, посмотрите, что вы можете... То есть мы синхронизируем работу здесь, вот на земле, у нас в муниципалитете, с работой с областью. Ну да, а они берут опыт со всех? И конечно, и тогда у нас выстраивается, мы уже знаем, что там мы там, пойдем там, сегодня в больницу, там, завтра поедем там, в дом малютки, там поможем. То есть уже традиционно там поедем, поможем приюту там, для животных, тоже, кстати... Уже в этом году объехали 4 приюта, развезли корм для животных, уже тоже вот успели. Я, кстати, так довольно часто и много работаю со студентами, вот тема приюта, вот у нас часто говорят люди зрелого возраста, что вот, мол, у молодых там сердца нет, они там все такие только о себе думают, а на самом деле тема приютов, тема, ну, добросердечности какой-то, она очень присуща нынешнему молодому поколению, если правильно направить их. Да, они и даже очень... по отношению к нашим братьям меньше, да, в том, да, числе. Да, да, да. Хорошо. Вот еще такой вопрос. А как происходит? Они как? Друг другу рассказывают? Сарафан на радио работает? Потому что ведь доброволец, если это как бы ты на работу ходишь, это одна история, ты обязан. Доброволец сделал добровольно. Да, добровольно. Нам, как? Ну, допустим, вот в учебных учреждениях, у них же у каждого свой волонтерский штаб, центр. То есть ребята туда просто обращаются? Да, мы можем, допустим, что-то им предложить. Сразу им раз, ребята, у нас планируется такое-то мероприятие, нужна помощь. Мы раскидали, да? Так. Также у нас во всех общеобразовательных организациях, это наши школы, соответственно, у них есть волонтерская деятельность, волонтерские отряды созданы при школах. Также, если мы видим, что какое-то мероприятие, необходима помощь рядом с определенной там школой, мы обращаемся вот в соседние как раз к руководителям, а они уже принимают решение. И я вам скажу, что с удовольствием ребята откликаются, приходят на
наши мероприятия. Мы стараемся, конечно, ну, в неучебное время, чтобы ну, не затрагивать, но иногда, конечно же, нам идут руководители на уступки, отпускают ребят, понятно, что это не на весь день, но там уделить час-два мероприятию, там поработать со старшим поколением, с инвалидами, с ветеранами, они... Это тоже урок жизни. С удовольствием, да, поэтому тут главное, мы, чтобы успевали информировать о том, что вот у нас в плане... Иногда, конечно, бывает, что какая-то экстренная, нам надо что-то сделать, но мы находим эту ситуацию, это вот... И там у нас вчера была, допустим, ну, грубо говоря, ситуация, женщина позвонила, они беженцы, им нужна помощь, там еще два инвалида, они приехали. Мы, соответственно, скооперировались быстро и все вопросы порешали. То есть есть экстренные, да, конечно, ситуации. Но я так понимаю, что если нужно, вы на самый верх можете попросить, то есть как администрация может отреагировать с точки зрения срочной помощи. Конечно, если, естественно, есть да, люди, которые, ну вот, прямо у них, они считают, что уже накалилась у них ситуация до предела. Мы, конечно, мы должны быстро среагировать. Там депутатам можно подключить еще. Подключаем обязательно, и они идут на это. И администрация... Также мы аккумулируем все эти заявки. Область с нами аккумулирует вот эти все. А вот когда действительно, говорю, как накипело, то надо это быстро решать. А там даже приезжаешь к людям. Вот опять же возвращаемся. Поговорили, они рассказали там о своих там проблемах. А там потом, глядишь, уже сидим за чашкой чая, шутим с ними. Все, и хорошо. И они звонят потом. Ой, спасибо, вы приехали. Да вы просто приезжайте. Не надо там не привозить. Ну, человеческий разговор. Человеческое общение, да. Вот ну, в этих случаях экстренно. А вот скажите, завершая вот первую часть, такую у нас волонтерская получилась. Вот опыт, да, 20-го, 21-го, 22-го года. Он же изменил, наверное, структуру вот этой дополнительного направления молодежной политики, потому что понятно, что она добровольна, но тем не менее, если правильно направить, мы получили что-то новое, верно? Мы получили, действительно, мы получили такой новый всплеск волонтерства, добровольчества. Именно когда в 2020 году вот, пандемия она началась, COVID-19, мы не ожидали, что столько не только молодежи, а даже людей старшего поколения, разных как мы говорим, серебряные волонтеры, люди звонили, мы на машинах, давайте, куда везти лекарства, кому чего надо делать, отвезти это, что сделать. И вот тут мы все время собирались, как раз здесь около Триумфа, каждый день, и приезжало, у меня вот стояло по 5-7 машин, просто вот жители, молодежь, мы распределяли заявки и работали и поехали, все и все, и это вот дало такой вот этот всплеск, и это, как мне кажется, но я даже не кажется, а я уверен, это дало и всплеск на федеральном уровне, на областном, и это дало уровень муниципалитета в городах, и это мы старались благодарить, собирать этих людей, как-то, ну, там, грамоты, там, ну, что-то, какое-то поощрение, все равно оно должно быть, но на самом деле они вот работали от души, от сердца, и, честно говоря, это было неожиданно и приятно, что вот так такое масса есть. Людей, масса людей на это, на все откликнулось. Ну, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Напомню, что у нас в студии начальник по работе с молодежью администрации городского округа Люберцы Борис Борисович Новиков. И, естественно, во второй части мы поговорим уже о планах молодежной работы в городском округе на 2023 год. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, начальник по работе с молодежью городского округа Люберцы. Борис Борисович Новиков здесь у нас в студии. Мы в первой части ну, подвели даже не просто итоги года, а вот той атмосферы, которая нас в последнее время окружает, с теми вызовами, с которыми мы сталкиваемся. Но, тем не менее, жизнь наша продолжается. Молодежь какая-то подрастает, становится уже взрослыми людьми, а какая-то переходит из ранга детей в молодежный, так скажем, период. Но, и, понятно, что и государство, и просто любой человек зрелый уделяет этому, старается уделять большое внимание. Молодежь всегда во все времена ругают, а есть люди, которые с ней сотрудничают и делают так, чтобы никто никого не ругал, а только радовались. Борис Борисович, давайте о планах поговорим. Вот вы мне, помнится, называли какую-то цифру, я так понимаю, что она может быть не точная, а приблизительно как-то ж подсчитывается статистиками, сколько вообще молодежь и что такое молодежь. До 30 лет же сегодня молодежь? От 14 до 35. До 35 лет? Да, раньше было 30. То есть 34 года, мы, да, это еще туда. Очень молодой человек. Конечно.
То есть это фактически те люди... Юные, для... энергичные. Да, те люди, для которых, собственно говоря, и существует ваш, ваше направление работы. Да. Как вообще этот план создается? Кем он? Понятно, что вы его визируете, но вот эти все составные части. Да, есть у нас традиционные. Угу. Мероприятия, которые уже годами наработаны, мы поняли, что... По событиям и датам, да? По событиям, датам, да, или что-то там придумано было. Естественно, мы учитываем предложения нашей молодежной аудитории. То есть вы слушаете? Слушаем, их. Конечно, конечно. И с предложениями приходят, и с флешмобами, и с квестами. Угу. То все, что сейчас модно, квизы, квесты, вот эти модные направления. Да, да. Есть что-то, понятно, отлетает. Вот ага. Мы понимаем, оно, ну, было год-два, но не пошло. Не пошло, да. А что-то... На, ну, полочку положили. А что-то в процессе, если возникает еще раз какая-то идея, мы ее стараемся поднять и поддержать. Вот. Ну, и, год начинается с Дня студента. Это такой... Наша же молодежь делится на студентов и не студентов, правильно? Глобально. Ну, так, если уж по большому счету. Ученики школ, студенты. Да-да-да. Ну, образовательная, да, часть. И вот как День студента планируется в этом году? Ну, День студента здесь мы... Татьянин день. Мы всегда его проводили по-разному. Ага. То мы снежные города строили, выбирали лучшую Татьяну среди студентов городского округа. Люберцы просто собирались во Дворце культуры, они показывали свои таланты. В этом году мы хотим, опять у нас тут побурлили идеи, ага. Это будет молодежный медиа-квест, посвященный 400-летию городского округа Люберцы. Я вот все к финалу эту дату придерживал, а вы сразу ее... Ну, вот 400 лет. Такая, да, в этом году 400 лет городскому округу Люберцы. Понятно, что мы не останавливаемся, что вот день города, нет, 400 лет весь год. Да, весь год, значит, да, все так или иначе этому посвящено. И будет такой интересный медиа-квест. Медиа – это значит что-то по нашему журналистскому. По вашему, и они будут, ага. соответственно, здесь у нас бегать по определенным станциям. Так. Им будут задаваться определенные задания, ага. связанные с историей наших Люберец. Так. Мы уже продумали здесь точки, все будет компактно, но где-то они должны будут станцевать, где-то они должны будут спеть, где-то ответить на вопросы, где-то собрать какую-то фигуру определенную, mm-hmm. это пока так, это, такой будет для них сюрприз. И за что же они борются-то? Они будут, понятно, бороться за победу в этом квесте, но прежде всего мы боремся за то, чтобы ребята... больше знали о родном городе. Ага, да. Играючи, как бы образовываем. А если даже и не знали, то чтобы узнали о некоторых там исторических веках, памятных местах, замечательных людях нашего города. Ну и планируем, что все это у нас будет завершено массовым катанием студентов на катке. Ага. Ну, потому что знаем, что есть желание многих покататься. Главное, чтобы погода не подвела. Вот, да, сейчас будем думать. Но пока вот в такой план. Такой, да. Хорошо. А как это приглашения рассылаются? Как коллективы набираются? Это командная же будет или это индивидуально? Команды будут, и группы поддержки придут с ними. А, то все как положено. Уже все мы как бы с руководителями воспитателей. Сверстано уже. Сверстано, все они предупреждены, уже идут звонки, есть вопросы. Угу. Пытаются узнать, какие в квесте будут вопросы. Ага. Я говорю, прямо как на ЕГЭ. Хотят, да, подготовиться, да. Ну, я думаю, что это будет интересно, это и в движении, и с пользой для, так сказать, развития, саморазвития по истории города. А вот вы сказали, что каждый раз по-новому, то есть это, наверное, принципиальный подход, потому что когда, ну, есть вещи традиционные, традиция – это хорошо, но иногда хочется, да, что-то новое придумывать, тем более День студента – это как бы вот день такого, когда они… Да, мы стараемся каждый год новую тематику придумывать. То есть вот это вот тоже новая тематика. То есть, и вот если я так посмотрю, мы прослеживаем, то есть, ну, каждый раз что-то новое. Mm-hmm. Даже если мы вот в ДК собирались, то мы туда обязательно какую-то вносили изюминку, то ли была там лотерея, ага. то ли кто лучше там сделает фото, селфи, чтобы выложиться. Да. А мы уже определяли там по количеству там лайков, отметок. То есть
Барабан, крутили, призы. То есть все, что есть. Хорошо. Но также у нас есть и другие дни. Мы сейчас говорим о не таких вот, да, традиционных, как там 8 марта, конечно же, День Победы, там 1 мая и так далее. А вот еще есть всякие дни, там, православные, например, да? Это какой-то другой будет, да, праздник? Да, это формат наш совместный с Люберецким благочинием. Так. День православной молодежи. Да, День православной молодежи называется. И в свое время мы с благочинием с нашим обсуждали, когда это вопрос, это уже традиционное мероприятие. Оно тоже проходило в разных форматах у нас. Но всем, кто приходит, а приходят это воспитанники воскресных школ, представители там, храмов, церквей, которые находятся на территории нашего округа благочинного, это порядка, все время около 10-12 разных команд. И им очень нравится программа, они любят, когда мы устраиваем им такие спортивно-развлекательную программу на свежем воздухе, и они с удовольствием, и ребятишки, и с ними батюшки участвуют, переживают, они там с лозунгами, с плакатами, то есть такая спортивно-развлекательная программа. Необычно даже. Да, они также, мы распределяем, мы придумываем, причем мы не чисто там такой вот спорт, а что-то там даже шуточное, вот у нас есть конкурс, такие штаны большие, в них встает три человека, и они должны синхронно там скакать, пропрыгать, там, допустим. Ну, традиционно перетягивание каната остается. И очень нравится такое уже традиционное, это к Сретению Господню у нас приурочено это мероприятие. Я думаю, что в этом году мы обязательно соберемся и весело проведем время с нашей замечательной православной молодежью. Самый, наверное, сложный период для такого начальной молодежи, скажем так, да, 10-11 класс. То есть, с одной стороны, ребята уже подходят к финалу школы, с другой стороны, это и выбор, что делать дальше. Вспомним себя, не каждый, по-моему, в этом возрасте готов прям сказать, я вот хочу туда. Ну, такой, в общем, турбулентный, как у нас говорят сейчас, период. Вот. Что для школьников, вот эти, для старшеклассников, ведь это довольно сложный такой отряд молодежи, который чуть-чуть неправильно поступил, и не туда можно зайти, правильно? Ну, старшеклассники у нас, они также во всей нашей деятельности участвуют. А также у нас же традиционно у нас в городском округе Люберцы проходит ярмарка вакансий. Да? И мы наши все учебные заведения приглашаем, чтобы представили свои заведения. Чтобы ребята хотя бы знали, хотя бы куда. Посмотрели, да, что, может быть, не надо и куда-то в Москву ехать. А можно здесь, на родной земле, поступить и выбрать себе профессию, учиться. А поверьте, я уже об этом, мы с вами рассказали, там пласт разнообразный, огромный. Вплоть до того, что мы приходят представители этих учреждений, рассказывают, как можно вот, ребят, поступить, какие что условия, пожалуйста. То есть, естественно, и московские вузы, техникумы тоже выходят на нас. Мы отказываем, пожалуйста, ребята, выступайте, рассказывайте, чтобы ребята уже знали примерно, что куда можно, а не так там как-то это, с нуля куда-то идти, уже быть подготовленным. И ребята, они также участвуют активно в наших мероприятиях, оформляются, вот мы в первой части говорили, они получают волонтерские книжки, с которыми идут свои поступать учебные заведения. И в учебном заведении они видят, что человек уже социально он адаптирован во взрослую жизнь, то есть он участвовал в тех процессах, значит, можно взять как активного там студента и привлекать уже к работе там в совете студентов. Там, кстати, совет студентов, поговорим немножко о, если можно так сказать, о чиновничьей, что ли, да, составляющей, потому что у нас молодежь растет быстро и уже имеет право быть там избранной и так далее. Я знаю, что у нас есть молодежный парламент, у нас есть какие-то другие структуры, которые уже готовят людей, возможно, будущих политиков, да, депутатов и так далее. Как это работает? И вообще, как работает ваше направление, комитет, и как это все происходит, как где люди берутся, как это? Здесь понятно, что мы работаем не только с активной молодежью, мы со всей работаем, но есть лидеры, так называемые, что там говорить, которые из общей темы выделяются. Да. Потому что у нас тому примеры есть, это у нас, кто прошел, допустим, школу там, молодежного парламента, просто вот этой общественной всей деятельности и жизни,
Мы сейчас можем увидеть их там работающими в сфере культуры, в сфере образования, в общественной палате. Mm. Это вот люди в общественных организациях на лидирующих позициях. Это вот люди, которым было интересно. Они крутились, они знали, что... И тут раз, а на них обратили внимание. И сказали, а почему вы, вот, Борис Борисович, что вы об этом скажете человеке? Я скажу, да, вот он был. Давайте, он достоин. Попробуйте, пусть он начнет там у вас. Там. То есть есть такой опыт, и мы стараемся, чтобы именно ребята, которые хотят, стремятся, оставались здесь. Были полезными нашему городскому округу Люберцы и работали здесь вообще у нас. Да, конечно, конечно. Это такой опыт есть, это вот, как мы это называем, ну, школа лидеров, так можно сказать. И вот они проходят эту школу, и очень приятно, что мы можем посмотреть и гордиться. Да, и это, в общем-то, конкретный пример того, что происходит с человеком, когда он идет, но и от своего желания, и вот чуть-чуть, да, направляет, конечно, векторное, конечно, да, так. Конечно. Ну что ж, Борис Борисович, как всегда, мы довольно быстро пробежало наше время, работы будет много, целый год впереди, поэтому надеюсь, что мы еще не раз увидимся. Приводите сюда лидеров. Приводите молодых ребят, пусть рассказывают, как у них это все получается. Это тоже такой, как это, у нас говорят, дурной пример заразителен, а у нас будет положительный пример заразителен. Напомню, что у нас в студии начальник по работе с молодежью администрации городского округа Люберцы Борис Борисович Новиков. И вот сейчас у вас есть прекрасная возможность вот в эту нашу специальную камеру ко всем молодым людям обратиться, вот самая левая камера. Хочу пожелать нашим люберчанам, всем замечательным люберчанам, хорошего настроения, успехов, чтобы этот год он шел только с большим восклицательным знаком, и от всего вам было хорошо и восклицалось. А молодежи нашей развивайтесь, дерзайте, вы умны и талантливы. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго, до свидания.